Добрался до своих закромов, достал вот такую баночку. Была она в комплекте гуманитарной помощи от Спевдии. Вот такая баночка. Сейчас я переведу с помощью Google переводчика, что здесь написано. Ну, насколько я могу сейчас судить, бифстроганов с макаронами. Видимо, написано по-польски. Нарисовано, что очень надежно закрыто. Сейчас все попереводим. Прилагаю скрины. Ставьте на паузу, чтобы почитать, из чего это. Я так понял, что тут и огурцы есть, и макароны. Ну, а я сейчас буду открывать это все и пробовать в теплом виде, в холодном. Покажу вам, как эта консистенция выглядит. Так что будем надеяться, что будет вкусно. Это сегодня мой основной ужин. Так, баночку мы открыли. Смотрим. Ну что здесь? В целом, так вот бифстроганы присутствуют. Сейчас я все это выложу на тарелку, чтобы было удобнее это все расковырять и посмотреть. Положил немного и будем пробовать в холодном виде. Ну что? Что у нас здесь? Видимо, видны вермишельки. Завитушечные такие. Соус. В нем вот такие. Это я прочитал уже. Соленые огурцы. А ну попробуем. Да. Хорошие. Вермишельку. Как она на вкус? А ну-ка. Ну, вермишель как кимишель. Сваренная, да. Ну что, сейчас попробуем сам кусочек мяса. Ну так. Ну. Хорошая консистенция такая. Жевательная. Жестенькая. Я почитаю внимательно. Видимо, это говядина все-таки. И кусочки такие нарезанные. Так что да. Так все. Ну, благодаря тому, что соусу, видимо, все тушило в соусе. Достаточно так легко жуется. Ну, такое ощутимое на вкус, да. Угу. Отлично. Сейчас попробую поставить микроволновку. Мой уже последний опыт подобных консервов показывает, что холодные они все вкуснее. Хотя, как бы удивительно, казалось бы, мясо стоит погреть, оно будет прям вот отличное. Но сейчас попробуем. Поставим, погреем на минуточку-другую. Ну что, греем и ждем, чем нас будет это блюдо удивлять в теплом виде. Вот прям дымок идет, даже брызги побрызгали. Просто кипящие. Перегрел, наверное. Но ничего, зато будем считать, что это прямо свежеприготовленное блюдо. Пробуем. Угу. Да, мясо уже такое сало ароматное прямо. Соус такой. Уже с кучей прямо всяких вкусовых оттенков. Да, он уже стал таким редким, ну, более редким соус. Угу. Мясо так размякло. Да, теплое, хорошее блюдо, но скажу, что оно по-своему холодное, вкусное. Не могу сейчас сказать, что прямо вот горячее однозначно лучше. Конечно, больше ароматов, оно все мягкое такое, текучее. Ну вот, ну в целом нажористая штука, хотя, конечно, соуса здесь, наверное, больше, чем продуктов таких твердых. Наверное, сюда можно было бы еще подварить бы такую жменьку макаронов таких, бухнуть бы, и тогда бы это все было бы, наверное, отлично. То есть, вот эта подливка, как раз бы еще полкилограммчика, ну, пол, не пол, грамм 300 еще сваренных макаронов, 200, могла бы очень хорошо прикрасить. Ну, так. Отлично, отлично, вкусно, прямо остренько, немножко кисленько есть. Есть, прямо чувствуется огурчик. Ну, да, очень съедобно. Практически прямо кусочки мяса и крупные, и маленькие, отличные. Так что всем рекомендую. Вот такая баночка. Если вдруг даже увидите ее в продаже, приобретайте. Очень вкусно. Прямо сейчас я возьму ложку. И ложкой все это буду черпать. Погрею всю остальную баночку и буду получать удовольствие. Всем приятного аппетита. Ага, вот. Выложил из банки
полностью все содержимое, как раз вот, видимо, основная масса вермишели оказалась на дне. Но, тем не менее, соуса все равно много, так что сейчас все это мы погреем. Так что да, вермишели здесь тоже хватает, просто все уложено слоями. Поэтому, кто будет такую банку открывать, имейте в виду, что сверху соус и мясо, а внизу вермишель. А то можно быть такое, что на два раза растянете, съедите мясо и соус, а потом будете уже десерт пробовать из одной вермишели. Так что всем пока!